11 класс, 10-11 нашего университета, очередной раз, в уже раз. И в этом году у нас конференция построена немножко по-другому. Да? Мы решили быть похожи на крупную конференцию, серьезную. И у нас есть все необходимые атрибуты. У нас будет пред-конференция, это сегодня. Это день, посвященный практически семинарам, где мы можем в режиме диалога обсудить какие-то вопросы. И сегодня будет практически показана работа реальных систем, и я призываю всех прийти на эти семинары, потому что это будут не просто слова, там будут продемонстрированы в режиме реального времени вот эти сервисы Арбикона, и не только Арбикона. И вы можете задать вопросы первым лицам проекта. Это дорого стоит, их не так легко было собрать вот здесь, в одной точке. Завтра у нас будет официальное открытие с небольшой торжественной частью, и послезавтра у нас будет постконференция. Значит, мы пытались сделать так, чтобы конференция, чтобы вы смогли послушать все выступления, чтобы мы не расплывались там тонким слоем. И я призываю вас вот к некой интерактивности, да, в общем, это в стиле LIB 2.0 или Web 2.0, да, чтобы мы могли как-то совместно обсуждать, чтобы вот этот коллективный разум библиотечный, он здесь реально стал работать. Впервые идет трансляция и запись видео, и впервые наша партнера Али Софтвей будет транслировать в блоге, в текстовом режиме, в различные блоги, течение нашей конференции, за что ему большое спасибо. И так как мы начали с углу практических вещей, я не буду долго говорить, мы сразу перейдем к делу. И я хочу представить первый круглый стол, который будет посвящен сетевым электронным ресурсам. И вы знаете, что сейчас все ресурсы практически уже сетевые, централизованы крайне мало, они все гетерогенные, то есть разнородные ресурсы. И задача библиотек, в частности, работать в качестве агрегаторов этих ресурсов. Этому посвящен круглый стол. А вести его будет два директора, директора крупных научно-технических библиотек, крупных университетов. Кузнецова Клавдия Прокофьевна, это директор Уральского госуниверситета библиотеки научно-технической, и директор фундаментальной библиотеки политехнического университета Елена Васильевна Дементьева. Я приглашаю ведущих на рабочие места.